профессора всех детчика. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Версия 3.0, а именно вторая фаза, начнется с релеранов Какоми и Ганьюй. Привет! Сегодня я тебе расскажу про все премодемы, которые ты сможешь накопить до версии 3.1. Начнем мы, пожалуй, с тестов персонажей. Это самые легкие премодемы, которые ты вообще можешь получить. 20 премодемов с одного персонажа, то есть Какоми или Ганьюй, итого 40 за двоих. Специальные премодемы, которые выдадут на прямой трансляции. Да, специальные премодемы, спасибо. Специальные промокоды, которые выдадут на прямой трансляции до версии 3.1, дадут тебе 300 премодемов. Ивент испытания ФАИС, о котором я уже рассказывал на своем канале, даст 420 премодемов. А чтобы первым узнавать все новости о баннерах и реранах, а также промокодах, вступай в мой телеграм-канал. Ивент с таблетками даст также 420 премодемов. О нем также будет ролик на канале, так что подписывайся, чтобы не пропустить. Ежедневные задания дадут тебе 1200 премодемов, а ежедневная регистрация на Хайлап принесет тебе 40 премодемов. Итого у нас получается, что фри-ту-плей игроки смогут получить 2420 премодемов. А если ты про-игрок в Геншин и легко справляешься с такой штукой, как Бездна, то у тебя получится заиметь 3620 премодемов. Ты в восторге от новых баннеров? Напиши, пожалуйста, в комментариях. А за реранами 3.2 ныряй в мой телеграм-канал. Всех люблю. Пока.